Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости моего канала. Сегодня приготовим вкусное и необычное блюдо из картошки, которое вполне даже можно подать порционно на праздничный стол. Итак, приступаем. Картошку чистим, моем и отрезаем с двух сторон края, чтобы она получилась ровненькая и была устойчивой. Аккуратно с помощью чайной ложки или специального скребка, если такой у вас имеется, извлекаем серединку. Чем тоньше края у вас получится, тем лучше. По вкусу снаружи можно слегка подсолить. В отверстие, которое получилось, добавляем плотненько фарш. У меня это куриный со специями. Теперь займемся курицей. Половинку куриной грудки аккуратно разрезаем вдоль на 2 или 3 раза, в зависимости от размера картошки. Грудку солим по вкусу и перчим. А сейчас главная изюминка. Обворачиваем картошку со всех сторон нашей подготовленной грудкой и аккуратно ее края скрепляем зубочисткой. После приготовления они очень легко извлекаются. Натираем на крупную терку сыр и делаем сверху сырную шапочку. Картошку отправляем в разогретую до 200 градусов в духовку на минут 40 до полного приготовления. Вот и все. Сытная, вкусная, ароматная картошечка готова. Поливайте любимым соусом, посыпайте зеленью и можно удивлять гостей. Всем приятного аппетита! Ну а если вам видео понравилось, не забудьте оценить мои старания лайком и подпиской на канал. До новых вкусных и необычных рецептов! Всем пока-пока!